Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть в Fox of War PlayStation 1 версию в режим мультиплеера, только пиротехниками, по 10 секунд на ход. Survival No Ice режим и четвертая миссия, Skull Daggery. Что ж, давайте попробуем. Команды Silent Hill против команд Resident Evil. А, вот эта карта с черепом как раз. Я начинаю, отлично. Так, вижу ближайшую цель. Сколько только взять надо. Мало взял, чё же я так мало взял-то? Ой. Дебил. Вот это, кстати, веселая карта, тут много воды. Ну не знаю, попаду, не попаду. Попаду. Уф. Да, тут очень много воды. Большой риск, что снаряд уйдет, но точный выстрел. Смотри, я сейчас поплаваю, и похоже, это смерть. Да. Неизбежное. Генри утонул. Так, ну где... Где вы там, уроды? Много? Или самый раз? Самый раз. Еще один минометный выстрел. А вот этот снаряд, по-моему, уйдет сейчас в воду. Как раз таки. Недолет. Так, кто там на горизонте? Клэр, Джилл. Ёлки-палки. Сколько брать? Чтобы в воду не ушло только. Ну, это слабо. Да, очень слабо зацепил. Крис подбитый. Нормально? Или слабо? Слабо. Твою мать, дирижабль, сука. Арк. По-моему, еще один. Еще одна смерть моему. Нет, выжил еще. Эх, стоят-то хорошо. Но тут вода есть еще. Риск. Да. Я говорю, много воды на этой карте. Куда пошел? Зачем тебе эта коробка? Вот пожадничал и не успел сделать ход. А я предупреждал. Так. Нормально или уйдет опять в воду? Да что? Ты смотри, я им коробки достаю.
Ну попробуем. Ох, вот это выстрел, вот это подлетел. На 90 почти. Так, это сейчас коробку может? Нет. Сейчас мы его затопит или уйдет в воду. Повезет. Да, ушел в воду, снаряд. Так, надо тех дальних бить. Они там очень хорошо стоят. Но сколько брать? Это много, очень много. Намного меньше. А тут меня сейчас ничего не спасет. Еще один. Еще одна смерть. Так, тут где-то Ребекка стоит за горами. Ой, куда это? Да, слишком далеко. Сливаю я эту карту, я понимаю. И выстрел какой-то точный из базуки. По хезер. Я тоже точно умею стрелять. Правда, это ничего не дало. Да, Resident Evil полностью доминировал на этой карте. Два-два по картам. Хотя еще могу сделать, конечно, ход. Но шансы каковы вообще? Вот этого подбить. Даже не дошел снаряд. Ну тут, по-моему, точно все. Да. Ну ладно. Слил я эту карту. 2-2. Ну, очень крупно меня, конечно. С каким счетом? 9-1. Специал отжил. Picks of the battle. Что это значит? Так, ну что ж, на этом я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Услышимся, увидимся на следующей карте. Всем пока.